нам пора уже для Азии сделать здесь библиотеку. У нас на самом деле очень много замечательных. Так, а сейчас премьера. Вот нигде еще не звучала песня, абсолютно новая. Называется «Нехитро». Поехали. Такая не то казачья, не то цыганская вот мелодия, что-то мне. Он сказал: «Поехали», и взмахнул рукой. А теперь до смеха ли, ведь расклад такой. А теперь до смеха ли, ведь расклад такой. Пьем пивко в халатике и ругаем власть. До широт галактики глупость разрослась. До широт галактики глупость разрослась. Видно дыры черные в царских головах. Льется ложь позорная, совесть стерта в прах. Льется ложь позорная, совесть стерта в прах. Справиться с прорехами кто бы нитку дал. А пока поехали, так он и сказал. Поехали, так он и сказал. Так. Ну, а мы потихонечку приближаемся к финалу нашей сегодняшней программы. И как совершенно верно заметил Евгений Маргулис, такой музыкант, ведущий «Квартирника» на НТВ, у каждого артиста есть свой «Yesterday». Мой вот он. Открыл паука интернета, проснувшись во вторник поутру, и чтобы увидеть луч света, набрал адрес солнце.ру. Все меняется в мире, днем шумно, а ночью тишина. На сервере ошибка 404, страница была удалена. Страница была удалена. Смеялся под ветками ивы, в юности ходил стариком, чтоб стать на секунду счастливым, набрал адрес счастья.ком. Сегодня целый день рассуждаем о мире, а завтра глобальная война. На сердце ошибка 404, страница была удалена. Страница была удалена. Не лишь моя была.
сезон, а вот представлю тоже такой типа итоговый. Значит, спасибо. Называется «Поэт и графоман». Такие размышления относительно себя. Кто я все-таки? Значит, за трусость и отвагу, за правду и обман сидели над бумагой поэт и графоман. Углы непонимания не сгладить утюгом. Газеты – графомания, поэзия – огонь. Наступим, как в тумане мы, на те же грабли вновь. Влюбленность – графомания, поэзия – любовь. Но дней минувших опыт нам в пыль подошву стер. Век графомана – копоть, поэта век – костер. Перед финальным, собственно, блоком я спою еще одну не свою песню. И вот так получилось, что это опять же будет песня нашего друга и гостя Обнинской ноты. Есть такой Григорий Донской. Где-то с начала 2000-х он стал популярен. Его приглашают везде. И вот если люди старшего поколения спрашивают... Ага. Так. Если люди старшего поколения спрашивают, есть ли сегодня интересные авторы, я всем рекомендую вот слушать Григория Донского. Вот. Спою одну из любимых его песен, которая называется «Виолончелистка». Стучат то метроном, то дожди по крыше, но тишина наверху молчат. А если я в ту услышишь, попадай, попадай, попадай в ноты виолончелистка, попадай, попадай, попадай в ноты виолончелистка. А за дверью судьба с клюкой, но за окном веселое время. Время идти по жизни легко, время носить за плечами ветер. Все, что есть у тебя с душой, все раздашь, ничего не зажимешь. А если станет нехорошо, ты сама себе скажи лишь «Попадай, попадай, попадай в ноты виолончелистка». Попадай, попадай, попадай в ноты виолончелистка. В день, когда ты вернешься,